Вот так я еду в супермаркет в маске, как вы видите. И сейчас покажу. В перчатках никого нет. Даже не вижу ни одной машины. Вот так все сидят дома. Сегодня мало народу, поэтому можно заходить спокойно. Видите, не так много. Все в масках. И все на прилавках есть. Никакого ажиотажа. Вот, хотела вам еще показать, что у нас есть, представляете, туалетная бумага. Она спокойно стоит на прилавках, какую хочешь. Нет проблемы с этим. Гречки нет, но просто ее нет в Италии, такой, какая у нас, только в русских магазинах. Но все остальное, все крупы, все есть. Вот пока я в очереди жду кассу, я вам расскажу, купила овощи, разные салаты, для салата, туалетную бумагу, чипсы, песто, чтобы пасту делать, соус из помидоров. Всего понемножку. Соль, печенье. Вот так, чтобы хватило надолго.